Всем привет, с вами мистер Егор по совместительству Егор Когин. И это бэкстейдж клипа Do or Die, иди или умри, кавер песни. Да, чуваки, поехали. Еще в далеком 2016 году, а точнее в конце 2016, в ноябре, я загорелся идеей записать свой первый трек. Но так как я не занимался авторскими песнями, я решил записать кавер. Кавер и не простой, а на группу, мою любимую группу 30 Seconds to Mars, песня Do or Die, я ее перевел на русский под рифму и, соответственно, записал первый раз на студии. Это было безумие, это было первый раз. Мы тогда еще сходили с Даней с Олегом, я, наверное, фотку, скрин покажу. И мы тогда сходили, я записал, все было круто. И потом прошло очень много времени, и в августе прошлого года, практически год прошел, в августе прошлого года мы сняли клип. И вот когда я совсем недавно заглянул в свои файлы, я обнаружил прям все файлы с клипа, да, которые я не удалил. То есть я клип смонтировал, а оставшиеся файлы, неудачные дубли, вот это все у меня сохранилось как-то. И вот я на это наткнулся и подумал, а почему бы не сделать бэкстейдж? Весь клип мы сняли за 2 дня. И это было заметно, потому что, ну, клип получился достаточно простой, банальный, и локаций там слишком мало для действительно хорошего клипа. Там нет никакой динамики, хотя я пытался что-то замутить в плане обратного хода времени. И забавно то, что за эти 2 дня мы сняли вот мой клип и еще один клип, где я тоже поучаствовал. Это был такой отрывочек, и все за 2 дня. Первый день мы поехали в лес. Туда мы поехали не просто для того, чтобы снять мне клип, но еще и для еще одной съемки в лесу для Антона, который был также с нами. Все, я готов. Это йоу. Вот тогда куда-нибудь уйдите из кадра, как бы. Мне тебя как снимать, в полный рост или в пол роста как? По колено. По колено? Тогда мне ближе нужно, по идее, вставать. Или работать фокусом. Ладно. Нет, короче, смотри, просто вот так держи, типа, и переходи иногда. Плавно. Ну, блин, 4 минуты так держать. Ладно, все, давай. Я готов. Я готов. Ты же масленок. Блин, Егор, если ты вот сюда встанешь, это будет... Егор, если вот сюда вот встанешь, в это единственное светлое пятно... Погоди, сейчас. Как будто подсветка какая-то. Все. Как будто есть какая-то разница. Я же знаю, ты это потому слышишь, Егор, на записи. Давай, да. Слышно? Нет. Слышно? Нет, ну все нормально. Ладно, попытаюсь. Я на диске. Так просто. Переход такой, знаешь. Не забуду моменты. Дерево падает. Нет! Оно падает. Ура! Это бобры. Оно медленно падает. Я не забуду моменты. Да я пойду вам оттуда, получается. В этот же день мы снимали еще один клип. И вот когда мы были в лесу, нам безумно не хватало времени отснять материал, потому что у нас через 10 минут уже вторая встреча. В городе, мы за городом, в лесу. Я позвоню ему сейчас. Короче, позвоним прямо сейчас, Егор. Он сейчас начнет собираться. Придет, а ты ему звонишь. Типа, нет, мы тут еще не пришли. Позвони прямо сейчас. Посмотри на камеру. Напряги руку. Дай. Ладно, снимай. Нормально. На аватарку. Погоди, стой, не-не-не. Вот так вот. Да. Давай быстрей. Сделаю, короче. На карты я садиться не буду. Ноги болят у меня. Слишком сильно. Это ж херово.
У тебя не так сильно, как у меня. Я картошку копал. Я КБ месяц работал. Вроде нормально. Второй клип, который мы в этот же день снимали, это был отрывок для клипа «Популярность», где мы снимали с Саней. В этот же день я снимал клип «Do or Die» в лесу, и в этот же день, буквально промежутком час, может даже меньше, мы отсняли материал для клипа, именно отрывок «Популярность». Я там, да, в другой одежде, потому что мне приходилось на улице переодеваться, все вот это быстро бегать, чтобы нам успеть все отснять. Давай, короче, вот эту штуку одинокую снимем. Вот это инопланетянин. Давай. Вот как-нибудь здесь. Ты одна просто. И не надо... Просто вот так, типа. Я не знаю, можно, надо водить или нет. Давай поближе. Работает? Работает, он работает. Только он очень долгий. Отойди, Рен, так. Ну, типа, давайте. Все, давайте. Быстрее. Я не знаю, может, у вас одной стороны. Давайте, ну, вперед. Хайп, 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 популярность, хайп, 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 популярность. Да. Просто вот так в руке. Я могу вот так снимать? Хай, популярность, хай, 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 популярность, хай, 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 популярность. Второй день был еще интереснее, потому что мы искали различные локации, ходили по городу. И, как вы знаете, это было лето, а я ходил в такой вот кофте в клипе и футболке черной. Мне было жарко. Куда идти? Да. Ё-мы, там же да, люди. Да. Я тебе буду, если что, поговорить. Давай буду идти перед тобой вот так. Ладно. Так. Давай. Да. Не, надо построить, стой. И в городе было снимать достаточно интересно, потому что, ну, для меня, мне как бы было все равно, то, что выходят люди, смотрят, что мы делаем, но моим друзьям было как-то странно. Я же как-то более-менее ко всему с пониманием относился, и когда я лежал на асфальте, например, на меня толпы людей смотрели, а мне как-то пофиг. Ну, окей, мы снимаем. Не стыдно! Я знаю, да. Сейчас вот на этот край сядем и попою. И не сплю. Это будет... Попытаешься спеть? Да. Вот он! Это он! Это же он! Человек-голова! Это срань! Ты это видишь? Это что, магия? Да, о нет, бать. Это магия! Это же магия! Он вокруг... Нет, он мне вокруг пошел, жалко. Он пошел. Куда-то. Смотри, смотри, смотри. Смотри, а? А?
Бон, какой-то человек спрашивает. Все, ехали. Все. И все. Мы отсняли клип, который вы можете посмотреть прямо в конце данного видео. Я оставлю плашечку. Клип смотрите, кто еще не видел, потому что мало просмотров достаточно. Но и я учел для себя множество ошибок, которые в дальнейшем, когда я буду также пилить новые клипы, я учту эти ошибки и, соответственно, сделаю все более динамично, более ярко и красиво. Вот и все, чуваки. Поставьте лайк, если данное видео тебе понравилось. И, конечно же, подписывайся на канал, если тебя интересует тематика Лего и не только тематика Лего. И все. Всех люблю. Всем пока. В середине ночи, в крике ангелов, я хочу поверить в свою жизнь. Вперед! Идет история.